наш дом, нас выселяют, а он сидит и ржет над нами. Типа, а, ну лошара, тебя выселяют, а меня нет. Давайте будем верить в то, что я сейчас не забагуюсь. Меня телепортируют опять. Так, так, залезаю наверх. Я не могу реально наверх пройти. А вот прошел, молодец. Молодец, ты прошел. Теперь спрыгни на рельсы. Ружье я не брал. Надо взять ружье, насколько я помню. Самое главное, чтобы меня яблоки не убили. Как они любят это делать? Возьми, пожалуйста, еще одну коробку и зафиндели ей так, чтобы все коробки раскидала. Не? Плохая идея. Ему эта идея не нравится. Во, я открыл. Сейчас возьму ружье. Без ружья прохождение никакое, просто... Так, побежали. Теперь нужно включить нам вагонеточку. По-моему, я могу ее включить издалека с помощью ружья, нет? Да. Она поехала! Прекрасно, ребят. Вагонетка-то поехала. А, я знаю, мы пойдем в супермаркет. Точно. В супермаркет! Спускаемся. Во! Идем в супермаркет. Здесь я его пройду. У меня есть ведерко. Я знаю, теперь мне ведерко зачем. Все, я понял. Супермаркет. Все, пошли в супермаркет. Так, тихо, проходим. Надеюсь, у меня все получится. А, я знаю, мне даже не обязательно тащить тележку, насколько я понимаю. Я могу просто ехать. Так, эти ребята на меня агрятся, но мне как-то пофиг на них. Просто идем вперед. Обгоняем всех и вся. Я могу здесь перепрыгнуть каким-то образом. Да, типа поставить вот так. Так, как-то так, но не получается что-то немножечко. Немножечко не получается, ребят. Сейчас, подождите, мне нужно взять. Возьму обратно. Так, как мне здесь пройти? Так, мне здесь пройти никак. Есть! Я прошел этот кошмар идеально. Вот она дверь. На изи. Просто на изи. Так, открываем. И заходим. Супермаркет пройден. Говорят, после супермаркета намного выше прыжок. Ну, я не знаю, я ничего не заметил. Он не двойной, он не супер высокий, но вроде бы такая же фигня. Абсолютно такой же прыжок. Мы с вами уже прошли кошмар супермаркета, это получилось супер быстро, я сам удивлен, как это так получилось. Тут, по-моему, тут все то же самое, да. Почему у нас тут проблемы с текстурами? Вы гляньте, стало мыло. Раньше было очень красиво, а сейчас мыло. Я не могу взять. У меня слишком много предметов, давайте выкинем что-то. Я возьму, да. Он не горячий, лом сейчас не горячий, но он почему-то вываливается из рук. Ну, в смысле, нету окраски. Здесь есть комната, она, по-моему, выше, да? Я хочу еще один кошмар попробовать пройти. Вот, он находится здесь, за углом. Сейчас сюда пройдем. И его мы с вами увидим. Открываем дверь и заходим. И... What the fuck? Это недоработанный кошмар. Какие-то... Они что-то тянут, они что-то... Что он делает с дверью? Почему он насилует дверь? Не насилует дверь. Мячик! Йоу. Окей, держите мячик! Если не убежали! Фак, отойдите. Оу! Они так быстро приносят мяч? Серьезно? Так, давайте мячик, ребята! Где? Вот он. Отдай мячик. Все прекрасно. Я сказал, отдай мячик. Ты что? Ты что со мной делаешь? Не надо! Что вы со мной делаете? Отпустите. И? Где мяч? У кого из вас мяч? Вы что? А, вот он. Прекрасно. Сейчас. Ловите! Так. Слушайте, вокруг нас какие-то триггеры, в которые они встают обратно. Вы видите? Это набросок. Это чисто набросок левела. Он будет потом другим. Так, я убегаю вперед. Спасибо за мяч. Хватит! Хватит меня шатать. Я твой труба шатал сам. Убегайте. Убегайте. Что происходит? Это очень странный кошмар. Это очень странный кошмар. Убегайте туда, на улицу. Что вы? Они так скрипят дико. Где мяч? Верните мяч. Что если я вот так просто сделаю? Фига. Какая огромная ячейка. Куда его надо кинуть? Ну теперь давайте, доставайте его. Так. Это что здесь? Стоп, это, а что это? Это рука манекена, которая горит. Фига себе. Так. И типа мы здесь уже все заканчиваем прохождение, вылетаем наружу и... Тут облака, просто облака. Хм, может быть что-то еще осмотреть можно? Это секретный левел. Так, ладно, давайте, закончим этот кошмар. И что он нам даст? Я вот не понимаю.
Если честно, эти красные шарики начинают немного раздражать. Ну ладно. Падай вниз. Не убейте. Мы вышли. А снова зайти можно? Так, двойного прыжка нет, ничего такого нет. Кошмар пройден. Все ясненько. Что нам дает? Какую-нибудь суперсилу? Здесь все та же дата, 29 августа. Тот же самый телевизор, тот же самый Xbox. Все то же самое, только бинокль новый. И что еще посмотреть-то? Ночная дневная комнаты не изменились вообще никак. А я думал, они туда что-нибудь новое завезут. Вау, какой офигительный город! Ничего себе! Водонапорная башенка? На здании? Ничего себе! Это вот город, это он и есть. Слишком туманно, вам не кажется? Слишком туманно. А где наша... А наша комната, вот она. А это что? Это... А! Стоп, сосед! Что ты тут делаешь? Стоп, ты где? Или где? Стоп, где сосед-то был? Где был сосед? Вот сосед! Зачем он здесь? Интересненько, интересненько. Блин, жалко тут. Все эти здания, они фейковые. Так было бы прикольно по ним погулять. Кто смеялся? Жрать? Ты кто? Ты кто, твою мать? Фак, это так крипово. Такой смех. Сосед, хватит смеяться надо мной. Хватит надо мной смеяться. Что это? Коридор. Это коридор, в который стучат. Нет, это коридор нашего дома. Все ясно. Блин. Что за криповый, мать его, смех? Еще раз, где он был? Кто здесь смеется? Хватит смеяться! Сосед в здании! Что с тобой, соседушка, что с тобой? Он сидит в крыше и ржет. Что происходит? Просто что происходит, я не понимаю. Он смотрит на нас и ржет. Вот в этом есть уже посыл. Есть уже какой-то посыл в этом, глядите. Вот, наш дом, нас выселяют, а он сидит и ржет над нами. Типа, а, ну лошара, тебя выселяют, а меня нет. Нет, он реал смотрит на нас. Вот вы посмотрите, давайте посмотрим ему параллельно в глаза. Вот, параллельно, да? И разворачиваемся на 180 градусов. Ну, чуть мимо, да, чуть мимо. Это наркомания, вот просто посмотрите. Сейчас еще. Вот это реал наркомания. Еще выбрать кадр, где у него глаза наполовину в экран вошедшие. Это просто дичь. Почему я так ору?